Привет, дроноводы! Сегодня выполз для того, чтобы сделать пару тестов. Во-первых, хотелось сделать полет на дальность, но учитывая ветровую обстановку и вообще погодные условия, это придется отложить, хотя, ну, пролетимся далеко. А второй тест, это как раз будет проверка работы камеры и стабилизации с фиксированными параметрами, но с достаточно маленьким временем экспозиции. Ну, плюс включим GPS-очку, чтобы было видно, как у нас движение идет. Сейчас пролечусь, посмотрю и по результатам вам расскажу, есть в этом какой-то смысл или нет. Ну что, вроде все настроил. Не знаю, может, НДшничек надо было воткнуть. Попробуем. А чтобы вам интереснее было наблюдать, решил вытащить данные скорости и траекторию движения. Также периодически будет появляться окно с видом с очков с телеметрией. Сила ветра была 12-15 метров в секунду, и полетел я перпендикулярно ветру, чтобы не ошибиться при расчете остатка батареи по ветру и против. Но в итоге с маршрута я немного сбился, и первую часть летел с попутно-боковым ветром, тогда как вторую со встречно-боковым. Это будет видно по средней скорости движения дрона по маршруту. В итоге назад я вернулся с еще приличным запасом энергии и погонял дрон, уже не удаляясь от точки старта на большое расстояние. Like a record player to the boogie, give it a four.
Полет пришлось прервать немного раньше, чем закончился заряд батареи, потому что на холоде и ветру пальцы основательно замерзли и уже плохо слушались. Через пару дней с этим остатком я еще слетал дистанцию около 4 километров, что меня самого очень сильно удивило. Так что можно будет смело готовиться к очередному тестовому полету уже на максимальную дальность с возвращением. Да, назад возвращался тяжело, но на самом деле запаса было достаточно еще. По итогу, все, что хотел проверить, проверил. По стабилизации результат, как вы видите, получился положительный. В чем смысл, с чем я пытался бороться, расскажу в одном из ближайших видео.